Сейчас покажу вам машины, которые у нас здесь в карантине решили по Маниту покататься на старых машинах. Сейчас вам покажу такие машины. Я всем помахаю, вот это такая, вот всех поприветствую. И вот они оттуда вот такими сигналами ехали, нам показывали. Покажу вам, какие тачки есть. Покажу вам такие прикольные. Смотрите, целое вот тут у нас. Такого вообще живу 11 лет, еще вообще никогда даже не было. Вот видите, вот так они, круг почета вот туда. И вот сейчас выставлю вам, какие у нас раритетные тачки реставрируют и просто показывают. Это мои соседи, пастор. Всем помахаю, всех поснимаю. Вот такой парад машин. Первый раз в жизни вижу. Это они нам на карантине показывают, все живы, здоровы. Нельзя показывать дети. Это вообще тачуха. Это тачуха крутая. И вот еще тачуха крутая. Я вот всем тут вот махаю. И вам сейчас поставлю в интернете, какие у нас тачухи реставрированные все. Раритетные. Это они нам клуб почета делали. Такие старые машины. Вот такие крутые. О, и за ними пожарник едет. Это вообще крутые тачухи вообще. Thank you!